Дед Мороз — это такой волшебник, который приносит детям подарки. Он живет на Северном полюсе. Он ищет игрушки, которые детям нравятся. Ты такой герой, который приносит подарки на Новый год детям, которые слушались. Дед Мороз — это такой дяденька, который любит заводить хороводы, включать елки. У Деда Мороза есть Снегурочка. Снегурочка — это девочка. Дед Мороз, он в красной шубе с бородой белой. Красный нос, белая борода, красная шапка и красный костюм. И у него на шапке белый бубон. Он любит, когда дети ему рассказывают стишки и когда ему играют. Он летает на санях. И вложит их в мешок. И потом дарит детям. Получает письма от детей. И читает их. И потом на Новый год приносит детям подарки. Я бы очень хотела увидеть Деда Мороза. И не только Дед Мороз нам дарит подарки, но еще мы и Деду Морозу дарим подарки. Но я еще никогда ему не дарил. Фейерверки пускают. Он приносит плохим детям, которые не слушались родителей. Я у Деда Мороза попросила куклу Монстр Хай.